В магазинах начали продавать тюльпаны, а это значит, что скоро весна. Попозже и в саду распустятся цветы, а нам захочется их срезать и поставить в вазу, чтобы они украшали наш дом и радовали наш глаз. Сегодня я поделюсь 5 советами, как сохранить тюльпаны в вазе дольше. Выбирать стоит цветы, где только-только появляется цвет у бутона. Нужно делать срез у цветов каждый день. Тюльпанам свойственно расти в воде, поэтому совсем короткими они не станут. В день покупки или среза цветов нужно сделать прокол около цветка. Это позволит получать больше кислорода и предотвратит обвисание цветка. Воду менять нужно каждый день. Тюльпаны любят холодную и отстоянную воду, чтобы никакого хлора. Держать цветы лучше всего в холоде, подальше от батареи и солнца. Так что ставим цветы в тень. Если вам хочется сохранить срезанные цветы подольше, то следуйте этим простым советам, и весна в вашем доме задержится. Прошла неделя с того момента, как я принесла цветы в дом. Каждый день я меняла воду и подрезала стебли. Вот результат. Через 7 дней цветочки еще свежие и красивые.